Так, ну тут я еще раз разрезал. Теперь возьму вот эти, скажу Ctrl Shift D и потяну это наверх по Z. Вот так. Вот. Дальше E. Толще малость. А теперь вот тут разрезать надо. Ctrl R. Подтянуть сюда. И вот это теперь тоже с вами выберем. Потянем наверх E. Так. И потянем вот сюда. Чтобы так-то. Как самолетное крыло было, да? Так. Ну и вот эти два, наверное, сюда немножко. Так. Выглядит как крыло самолета. Выглядит. Так. Ну а здесь мы сейчас с вами тоже Ctrl-R сделаем. Подведем сюда. И вот отсюда выберем полигончик. И E потащим его вниз. Вот так. Вот и все. Крыло готово. Отлично смотрится. Так, ну а тут мы сейчас скажем И. И сказали. Потом сузим мои глаза. Этой подружке. Так. Да. Так вот. Немножко, да? И тут на выбор. Или же вы хотите сначала это вот сюда загнать, а потом выгнать. Е. Вот так вот. Готово. Далее давайте мы уже разберемся с этой штукой. Ctrl-R. Вот так. Потому что будем делать следующее. Здесь, здесь. И. Но. Б. Б нажали, оно отсюда взяло. Все, вот это место не тронуло. Так, а здесь мы сейчас точно сделаем. А вот этот. Нет, стоп, ребята, вот это вот. Я делаю обычно так. Я просто говорю Ctrl-B и делаю вот такой BL. Поэтому она, хотя, можно и не делать, наверное, она все равно так сделается. Да, это лишнее было движение, секунду. Мы возьмем теперь вот это и это. Скажем, и оно само по себе сделает сейчас. Так, да? Ну и здесь тоже. И. Вот так. Хорошо. И здесь буква И поможет нам создать стеклышки. Единственное, что нам надо Е немножко их двигать. Вот так, так. То же самое здесь. Е сдвинули, двинули. Прекрасно. И здесь. Е двинули. Все. Отлично, у нас уже готово. Теперь нам надо сделать ниши для колес. Здесь это без проблем. Я могу сделать Ctrl-R. Вот так.
сделать. Потом в соединениях точек, вот здесь, я подниму наверх. И сделаю тоже. Вот с этим. Только не экструд, а вот экструд майнфолд какой-то. И вот мы загоним это сюда. Ну, комиш. Интересно, что все-таки он здесь оставил эти. Это не должно было быть, ребята. Должен был вдавливать, аж шуба заворачивается. А в чем дело? Почему она ее не захватила? Странно. Почему она ее не захватила? Ладно, сейчас подумаем. Так, давайте попробуем F5M дистанцию. Так, нет, говорит, все нормально у него. Тогда немножко странно. Ладно, мы сейчас сделаем следующее. Я такой, чтобы вот тут еще порезал. Ctrl-R. Здесь Ctrl-R. Все. Отлично. Потому что мне хотелось бы вот так сделать. Вот это и это. Поднять. Это опустить. Нет. Вот так. Так. А это. Это. Так, это. S по Y. Вниз. Так будет хорошо, но сейчас попробуем еще разок. Нет, так не едется здесь. Тогда мы сделаем следующее. Мы сейчас возьмем вот это вот и скажем Ctrl, вернее просто И. Вот так сделаем. И и Б. Не получается в этот раз. Теперь засунем с помощью вот этого DDM. Ну, вот так вроде получается, да? Но толку от этого мало. Давайте еще продвинем. Вот так. Так, а эти просто придется удалить. Фейсы. О, тут еще и лишние наделались. Теперь нормально. Так. Единственное, что тут произошло, какая-то бека.
Непонятно. Поэтому мы сейчас поправим тут сразу же. Ради топологии. Просто поправим здесь. F. Тут какая-то произошла недоразумение небольшое. Так, соты как быть? Можем сказать, что здесь и здесь у нас будет subdivide. То есть вот так. Можем эти соединить. Следствие. Так. Здесь так, а здесь так, да? Так, это соединилось. Здесь просто закроем F. Понимаешь, что происходит не то. Но пока я не вижу другого выхода, как вот колдовать тут. Это какое-то колдунство, естественно. Но оно проявит себя только если мы начнем, допустим, их subdivided до конца surface. Так, M последнее, да? Вот так. То есть оно проявится только в том случае, если мы, вот, скажем, сейчас попробуем, допустим, да? Вот, скажем. Скажем, вот surface, и вот тут она начинает ломаться, видите? Но так как мы делаем с вами довольно-таки примитивный, о, не то убрал. Что это такое задел-то? Нет. Subdivision убираем. Так, поэтому спокойно к этому относимся. Так, закрываем просто эту дырку, да и все. F. Вот так. Ну и тут также можно было сделать выше. Это вот с этой соединить, скорее всего, сказать ей последнее. Вот так. Вот видите, все исправилось. Мы скажем subdevice здесь. Это ребро удалим. Вот это вот. А здесь соединим вот это с этим. F. Все. Теперь как бы соблюдена какая-то там. Интересно, а если я сейчас возьму вот этот, скажу Ctrl-V, нет, вот этот, этот и этот, скажу Ctrl-V, ну получается, но не все почему-то.
хочет. Вручную придется, да? Придется вручную вытаскивать. Так. Допустим, вот так мы можем сделать, да? Здесь. Я понимаю, ребята, что я сейчас ерундой занимаюсь, что-то не идет. Я пытаюсь как-то выкрутиться. Но с другой стороны, тоже хорошо, если вам показать, как в таком случае действовать, то я думаю, что вреда не принесет никому. М последний соединили. И теперь вот этот. Мы говорим F. Все. Таким образом, мы навесили здесь хороший этот козырек. Можем, конечно, его немножечко еще и улучшить тем самым. Ну-ка, вот если мы вот так. Нет, вот так. Нам не надо. И потянем это E вниз. Мы так и сделаем сейчас, секундочку, вот этот. Мы возьмем сейчас E, потянем немножко вниз. Так. Вот эти точки мы сейчас соединим. Вот эту и эту. М последняя. Вот. И здесь то же самое. Это и вот это. М последняя. Вот видите, она даже еще и толстенькая получилась, такая красивенькая. А это не соединились. И есть хорошо. Мы сейчас их соединим. А эти? С этим все нормально. Так, ну что, ту же операцию нам надо проделать вот тут. Уже 17 минут. Ну, вот здесь давайте мы сделаем E. И мне сделаем ручку, да? То есть сейчас ее сожмем. Так, S по Z. Мне так не получится. Давайте мы ее аккуратно тогда это вот подведем наверх. G. Так, где-то вот так. Смотрим. Немножко выдавили, да? Так. Все. А эту мы можем уже вытаскивать. Е. Так. И Е еще чуть-чуть. И наклонить ее R. По оси Y. Так она получилась, как будто только надо, да? Открывашка. Хорошо. Ну а дальше нам надо делать колеса. Вот так, ну а теперь возьмем Ctrl-R. Опа, не то. Ctrl-R. Вот тут. Так. И вот это выдвинем. Tens. Скажем. Экструд по нормальному. Вот они. Отлично. То же самое здесь. Раз, два, три, четыре. Ctrl-R. Так вот. И сделаем тоже экструд. По-нормальному. Все. Бампер есть. Все это есть. Осталось колесо.
Давайте посмотрим колесо. Колесо проще всего вот сейчас сделать цилиндр. Мы скажем, что между, ну скажем, 12. Я думаю, подойдет 12. Вот такое размером. Такое размером. Отцелим по иксу. Выдвинем. Так. Далее. Скажем P Selection. Отдельно будем делать ее. Так. Оп. Нет, я хотел только Mirror. Здесь надо оставить. А вот в этих я хочу убрать, пока мне не надо. Вот с этим надо убрать. Вот одно колесо оставить. Так, R его по оси Y на 90 градусов. Y 90 градусов. Вот так. И поставить пока объект в его геометрию. Так. Ну и выведем, куда нам нужно. Так. Вот это ребро мне не нравится, кстати. Ну-ка, где пункт? Вот это ребро. Вот это. Я просто потянул сейчас сюда вот так. Но там завалилось чего-то. Да? Да, этого не нужно. Так, хорошо, возвращаемся. Ставим в эту позицию. Берем колесо, тащим сюда. Вытаскиваем его же по X вот сюда. А дальше S тоже по X. Мы вот так вот сделаем. Такое тяжелое колесо, здоровое. Смотрим опять сюда. Видим, что маловато. Можем увеличить. И немножко опустить. G. Вот эту. Вот так. Так. И подвинуть туда уже куда нужно. Уже по иксу. Вот сюда. Сразу видим, что перестарались, да? Малехи. Чуть-чуть вниз уже. Ну вот так. Окей. Сейчас я попробую шильты посмотреть, как она здесь смотрит система по иксу. Так, придется эти две как бы немножечко вниз опустить. Ничего по Z. Ну или одну из двух поднимать вот эти, а эти опускать. Сейчас смотрим. Вот это и мод точки. Так, что мы видим? Нет, тут абсолютно все нормально, а вот здесь вот эти точки надо поднять. Давайте уже позади маленечко поднимем. Так. Это вниз опустим. Сюда. Эти вот. Немножко. Сюда подвинем. А тут все нормально. Так. 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 И вот. Так. Вот так. Все, тогда все красиво будет. Даже ведь огородить. Ну, эти тоже можно немножко подвинуть. По оси. Так вот. Все, после этого можно спокойно колесо одно делать. Зачем нам все?
тот уничтожен пока. А здесь, скажем так. Так, ну, во-первых, ладно, давайте уж, если на то пошло, мы немножечко тут Ctrl, нет, Ctrl-B. Так сделаем, да? А, неправильно. Потому что мы его двигали, 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 двигали. Поэтому мы должны убрать сначала все трансформации. Вот так. А теперь спокойно, зайдя в Edit, можем сказать Ctrl-V. И немножко его вот так сделать, да? Вот так вот. Так будет красивше. Угу, такой спортивный будет. А здесь тоже можем вообще-то, честно говоря, Ctrl-B. Если уже на то пошло, то давайте делать. Так, дальше. И, так скажем, теперь это утопим. И утопляем. И сужаем S. Итак, хорошо. Ну, немножко выведем, конечно, же наружу по X. Вот так. А эту штуку мы говорим E. Так. И тут сужаем тоже. S. Сужаем. Чтобы она не высовывалась. Запихиваем назад. G. О, X. Все, ребята. У нас готово колесо. Сейчас мы его со страшной силой размножим. То есть для этого мне понадобится встать в 3. Этот объект, сказать Shift D, перенести его вот сюда. По оси Y, да? Есть. Теперь выбираем оба. Говорим, что set original у нас в 3D курсоре. И делаем просто mirror. Получаем. А, нам надо было их объединить. Черт побери. Черт побери. Ну ладно, пусть будет так. Ну и все, дорогие друзья, мы с вами сделали прекрасный спортивный автомобильчик небольшой, который останется только покрасить. Но это вы знаете, как делать, поэтому я не буду вам мешать. Так, давайте мы соединим лучше сначала Shift J, Ctrl J. И подвинем их, а то мы что-то мы их сильно разы-то. G. О, X. Ну так чуть-чуть вот так. Вот. А теперь уже эти, скажем, объект с mirror. Нет, сначала курсор в 3D, а потом уже mirror. Вот, и теперь все в порядке. Замечательно. Тут можно было тоже продолжить, конечно. Что-то я не подумал, кургуза выглядит. Но для спортивного автомобиля вполне сносно. Да? Ну, на этом я с вами прощаюсь. Сделаем мы тут, если что, раскраску какую-нибудь небольшую. На этом все. Двадцать 29 минут, но ничего.